носится государственный флаг Российской Федерации, флаги Министерства обороны Российской Федерации и воздушно-десантных войск. Командующий воздушно-десантными войсками генерал-лейтенант Владимир Анатольевич Шаманов. Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, уважаемые боевые друзья, участники локальных войн, конфликтов и боестолкновений, уважаемые приглашенные гости, дамы и господа, сегодня страна отмечает 80-летие войск, которые в народе называют войска дяди Васи. Войска, которые были созданы на заре моторизации и механизации рабоче-крестьянской Красной Армии, на десятилетия опередили свое время, проводя стремительные боевые операции с легким стрелковым оружием. Они вписали первые страницы в золотую летопись истории войск на Халхин-Голе и Финской войне. Позвольте от имени руководства Министерства обороны, Военного совета воздушно-десантных войск поздравить ветеранов Великой Отечественной войны, по-сыновьи выразить слова признательности за те традиции и подвиги, которые вы создали, которые и сегодня являются для нас ориентиром для служения Родине. Я благодарен ветеранам Афганистана, событиям на Кавказе, тех, кто сегодня пришли сюда со своими семьями, внуками и детьми, за то, что вы сделали во славу истории воинства России и побед воздушно-десантных войск. Хотелось бы сказать слова признательности многим десантникам Советского Союза, которые в составе делегаций стран ближнего зарубежья прибыли на этот наш праздник из Украины, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Киргизии. Особенно благодарен советским десантникам Грузии, которые прибыли сюда и в полной мере могут рассчитывать, что они находятся в единой семье братских душ. Как командующий, я хочу выразить признательность офицерам, прапорщикам, сержантам и солдатам, которые сегодня находятся в строю. Я благодарен, что вы достойно несете эстафету старших поколений, что десантные войска выполняют все решения министра обороны и Верховного Главнокомандующего, и являясь резервом Верховного Главнокомандующего, готовы решить задачу как в стране, так и за ее пределами. Слово ВДВ! Выносится государственный флаг Российской Федерации, флаги Министерства обороны Российской Федерации и воздушно-десантных войск.